Обустройство парковки на загородном участке. Если нет возможности построить гараж, то следует подумать об обустройстве парковки, открытой или закрытой. Она может быть продолжением дома или являться отдельно стоящей конструкцией, состоящей из 4 опор и навеса. Опоры изготавливаются из любого материала, подходящего для этих целей: деревянный брус, кирпич, металлические и железобетонные трубы. Навес выполняется из профлиста, металлочерепицы, поликарбоната или другого кровельного материала. При выборе покрытия следует учесть не только вес авто, но и стиль участка. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.